Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, еще на днях делавший жесткие заявления в адрес России, неожиданно резко сменил тон. Выступая на митинге в одном из турецких городов, он заявил, что Анкара сожалеет об инциденте со сбитым российским самолетом, но не хочет усугубления ситуации и никогда не была сторонницей напряженности в отношениях с Москвой. Эрдоган теперь публично ищет встречи, предлагая Москве обсудить пути выхода из кризиса во время климатического саммита, который открывается в Париже. Нам очень жаль. Мы не хотели, чтобы так получилось, но, увы, так получилось. Надеюсь, такое никогда не повторится. Турция не хочет столкновений, вражды и боли. Мы призываем Москву все обсудить между нами и найти решение. В Москве, напомню, считают, что возместить ущерб, нанесенный действиями Анкары двусторонним отношениям, будет сложно. Владимир Путин предупредил, что нападение на Су-24 будет иметь для Турции серьезные последствия. На высшем уровне дали понять, Россия ждет извинений. Но тот же Эрдоган в телеинтервью недавно заявлял, что приносить извинения не собирается. Что касается предложения о встрече с турками в Париже, то известно только, что в Кремле его получили. Ответа нет. Комментируя смену тональности заявления Эрдогана, некоторые эксперты отмечают, что президент Турции, похоже, осознал, что под ним, образно говоря, закачалось кресло и пустился в хитрые политические игры, пытаясь снять напряженность. Однако главного он так и не сделал. Извинений за сбитый самолет по-прежнему нет.